тяжесть в ногах, боль и отеки к концу дня. Если эти симптомы вам знакомы, лучше сходить на консультацию к флебологу. Флебология, в общем-то, занимается лечением патологии вен. Сюда относятся и хронические заболевания вен, и острые заболевания, такие как венозные тромбозы. Лечение варикозной болезни и лечение хронической венозной недостаточности, конечно, это основное направление. Современная частная медицина – это не только консультативная диагностика, как думают многие. Это и лечение, и хирургические операции с использованием различных методов. Мы занимаемся лечением варикоза современными способами. Это мини-инвазивное вмешательство, лазерная хирургия, мини-флебоктомия, склеротерапия, флебосклерозирующее лечение. У нас есть черезкожный лазер, который может использоваться в эстетических целях, то есть устранять нежелательные сосуды, там сеточки, звездочки, грубо говоря. То есть, в общем-то, по флебологии мы находимся на достаточно высоком уровне и по стране, и, в общем-то, если сравнивать с подобными клиниками даже всего мира, то есть мы обладаем всем арсеналом лечения. Немногие знают, что лечение в частной клинике может проходить по полису ОМС. Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации дает пациенту право выбирать не только медицинское учреждение, но и даже лечащего врача. Правда, вначале вам следует узнать, входит ли клиника в единый реестр, работает по полису ОМС и какие услуги оказывает. Сделать это можно, непосредственно позвонив в клинику или посмотреть на сайте. Также мы работаем и по ОМС, то есть человек приходит, мы определяем показания, если они есть к выполнению какого-то вмешательства. Пациент идет в свою поликлинику, приносит направление оттуда, и мы выполняем эти вмешательства, и потом уже оплату получаем со страховой компании. Таким образом, выбор медицинского учреждения остается за вами. Законное право на это есть. Юлия Цапко, Евгений Казанцев, «Будни».